Здорово. Сегодня мы с вами немножко повыживаем в мире Конана. Я не играл, короче, долго в эту игру. Как только азами, как говорится, познал азы и решил к вами немножко тут поиграть. В этот survival, ну так, в одиночный поиграем, так что... Настройками, короче, я немножко изменил стандартные настройки, чтобы быстрее можно было, короче, отстроиться, разве что. Добыча ресурсов, там, чтобы рабы быстрее приучались, чтобы не ждать сутками. А так, где я чуть-чуть. Немножко звук убавим тут. Не, чтобы не мешало. Короче, игрушка мне понравилась. Ну, играл я там на там PvE сервере, конечно, конфликт. Но как только начал, тупанул, что этот вышел из игры за своими владениями. Не здесь, ладно. Забирать надо здесь. За своими владениями, короче, вышел и меня там, короче, ограбили. Убили, ограбили, короче. Ого. Так, надо сделать одежду. У меня есть там на примете, какое, где место можно будет построить себе там дом. Последний раз как бегал, смотрел, то там место, короче, было очень интересное. Там все рядом кони, рядом, короче, крокодилы, гиены, поселение есть, залежи железа есть, сера есть, пумы есть. То есть деревья, ну то что деревья, камни, то такое. Ой, я там с этими камнями. Ого. Клепану, наверное, пока еще тратить не буду. Буду тратить потом. Ну ладно, одну. На характеристику. Вот у нас тут. А, ну и опыт. Начисление опыта тоже увеличил, чтобы тоже не за этот много времени не проводить в поисках, короче, получения опыта и прокачки до конца. До топа 60-го. Чтобы можно было с комфортом, короче, пройти игрушку. Ну. Где-то будем строить базу. Сейчас вам скажу, вот где-то на этом, где-то вот в этой локации. Можем даже вот здесь построить. Тут, короче, прикольный пятачок. И этот. Вот здесь у нас можно рабов брать. Здесь вот на побережье крокодилы. Здесь живность. А вот здесь уже пумы начинаются. Вот здесь пещерка с серой, с пауками. Там даже босс есть. А вот здесь как раз вот на этом поселении тут залежи железа. То есть, ну, очень прикольное место. Так, вали отсюда. Шел вон. Шел вон. Кормушки. Блин. Конечно, честно, игрушка это не так хорошо на PS5 работает. Блин, реально, она нестабильная. Вылеты там жесткие лаги, баги. Реально, вот когда по хате, помню, там свои то, что первый отстроил, там когда ознакомительная игра была, это был, конечно, спускаешься по дому, и оно тебя такая слайд-шоу делает, ну и проглючивает. Так.
Ладно, огненное оружие. Воин. Да? Ну, сразу. Это вкачаем. Я буду с двуручным мечом бегать постоянно. Так, снаряга. А, там еще бечевку надо. Есть возможность делать? Есть. Она у нас сразу в двух компах. This sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. Одну. Положите подстилку. Не-не-не, сначала добегу до места, которое мне нужно, и там уже положу. Ты что не хватаешься? Вот так вот. О, вот видите, лагает как. Хотя я хотел схватиться. О, а тут пещера. Блин, а что это такое? Бля, на кого ты наводишься? Танцуем, кружимся. На. Вон нах. Ни хрена себе там левелы качаются. Вот я переборщил с иксом на этот. На опыт. Ладно. Опа. Да. Ни хрена себе, 14 уже поднял. Не, что-то я реально переборщил с этим опытом. Может как-то настроить можно? О, сервер, точно. Секундочку. Сервер. Вот он чересчур. Так, продвижение. Ага, ну вот. Рейтинг, видите? 3-2. Хрена. Ебать. Я не помню, что тут. Да, короче, тут еще не ходил. Ну, конечно. Я тут не был еще, ты что? Вот реально, я вроде пробегал, постоянно эту пещеру не видел. Ладно. Что это такое? Кристаллы какие-то? Вау. Иди сюда. Вот так. А ну-ка. Усталь. Добывается. Знать бы, конечно, нахера оно. Ох ты! Я, короче, туда ливаю. Бляха, муха, я не знал, что тут. О, видите, подлагивает, подружается. Валет туда нахрен. Короче, идем. Блин, я не знал вообще, реально. Пахи, ладно. Ты шо? А иди ты в задницу. Блин, что-то я реально. Блин, не так. Чересчур опыт на себе бустанул. Сейчас как раз до пока добежу, уже 60 я буду. Ладно, уже по-быстрому расстроимся-то. Думаю,
Хотя мне не так, чтобы быстро было, а так оно прям бустит чересчур. Так, и... Давай уже. Давай. Таланты, характеристики прокачаем. Мастерство нет, выдержку бум. Вот эти три, короче, эти на максимум прокачаю. Давайте сразу авторитет. Уже будем этот апать этих. Окей. Вот это авторитет. Так. И отличная выучка возьмем сразу. Выучить сразу. Так будет. Да. Конечно, для строительства надо больше. Ну, тут тоже железо есть. Мне в эту сторону. О, вот. Опять спустился, зацепился. Нормально. Не работает этот. Алоэ. Алоэ, где тут алоэ? Ну и живучесть, конечно, на 5 прокачать надо, чтобы реген ХП вне боя был. Бежим. Да. Придется минут 5-10 бежать, короче. А, ну и забыл сказать. И как раз на том поселении, там, где будем рабов втырить, то там желтый воин, короче, именной. Там можно себе подорвать. Можно себе этот... тоже периодически спавнятся... ремесленники, ну колдуны видел, спавнились, короче, желтые ремесленников, пока не видел, ну там второго, третьего левела в основном бывает редко, ну редко, вторые и первые чаще, но большинство там лучники и воины. У нас тут уже неплохое, в принципе, место. Много всего. Ох ты. Вейт. Опа, алоэ. Не? Не, не алоэ. Потом рыгает. Ты? Вот. О, алоэ. Да это мне надо. Бежит? Не бежит. Отлично. Там. Ой, ай, ах ты. А, ну иди в жопу. Я не появился. Да ё-моё, это шо ж вы такие злые все? Отстаньте. Нечисть. Так. А, урон по себе и по врагу я, короче, не уменьшал, не увеличил. Так как оригинально. Этот, блин, когда качался, у меня была пума такая, но до 10 левела прокачал там, ну, по-быстрому было хорошо, так шикарно, блин. Потом играли мы там вдвоем с кем-то в одном клане, то есть он мог быть, ну, мог брать моих этих. И в один момент прихожу, короче, после работы, ну, сейчас надо покормить животных, там это. Смотрю, короче, и у меня нету пумы. И думаю, охренеть. Пума где-то пропала. Казалось, Ин побежал в пещеру. Ну, у меня пума нормально было дамажило, и так как у меня типа авторитет на максимум был прокачан. Спустимся, не спустимся. Спустимся. Ну и
короче, она у меня дамажила так не херово, а так. И жизни было на 10 левеле еще так неплохо. Но у него авторитет не вкачивал. Пошел в пещеру серу добывать. Отлетел от пауков. Еще раз пошел, отлетел. Тиханул, взял мою пуму. А пума без этого авторитета мало. Слабенькая такая. Я куда вышел? Я туда. Почти. Пришел. Так, ну и... Он ее убил. Можно и тут построиться, в принципе. Такое плато сверху. Знаете, мы, наверное, здесь построимся. Тут он вот. Это еще кто такие? Прикольно. Так, надеюсь, он... Жоп, блядь. Уж. О! Да, ну здесь, короче, он устроится. Крокодильчики, крокодилды. Здесь у нас... О, прикольно. Так, и вот у нас железо здесь, что я говорил. Выход на железную руду. Там много как раз поселения. Я строился, короче, вот тут, когда играл сам был. Так, можно сказать, снизу здесь. Так. Можем. Ну да. А ну-ка, сейчас залезем наверх. Вход здесь, да, получается? Надо разведку. Кто тут такие? Ты кто-то? А, заяц, тюбленый. Да, я думал. Перс какой-то. Да. Так, здесь у нас... А, то эти, ладно. Ну, неплохо, кстати. Вот здесь можем расстроиться. По поле. Вход, надеюсь, только один. Вдруг, если чистка начнется. Потому что, ну, чистки, у меня еще никогда не было чистки, но... как говорится, долго так не сидел, чтобы чистка началась. Да, вот это хорошее место, хорошее. Сделаем так, забаррикадируемся тут. И у нас будет... Да. Даже не так, может... О, да. Ну, для начала здесь. Вот здесь у нас мост. Здесь построим... Да-да-да-да-да. Построим здесь, короче... Да, вот здесь, короче, построим... стенку, чтобы никто не проходил. И у нас будет так, островок такой. Да. Так и сделаем, короче. Так, надо пооткрывать таланты строительства. Сундучок. Катку пока не. Религия. У нас я йога взял. Ладно. Пусть будет. Смотрим, что у нас. По строительству. Это надо. Подъемник. Думаю, пока нет. Это надо. Плотник, да? У нас здесь мебельщик, мы трогать не будем пока что. Вот, кровать надо, факел.
Пистолет. О, инструменты. И... Блин, ну, что-то я слишком бустанул. Тоже надо. Так, ремнабор, верстак умельца надо. И главное это. Оружие. Вот это возьмем. Блин, что-то я, блин, протупил, реально жестко протупил с этим. Ой. Четко. Слишком сильно забустил себе опыт. Реально, очень сильно. На урон, да? Если я не ошибаюсь. Давайте изучим. Дельщика тоже надо. Надо. И все, короче. Надо создать. У меня бечевки нету, да? И 20 дерева надо нарубить. Топор. Да, вот такой неплохой пятачок. А там, где я, короче, играл, то это место было занято. Я не хотел посмотреть, ну, типа, как оно. Но чувак тут расстроился так, что тут не влезть. Экс. Тут реально железо тут. Жопа. И вот за вот этой скалой, вот там вот в ту сторону, там пещера стоит. Первой, и все. И ты стали можешь себе наделать сколько хочешь. Поставим себе сначала ранение. А, бечевки опять не хватает. Бечевка. Давай, 10 штук. О, мороженка поедаю. Сезон как раз. Уже можно. У нас тут потеплело, так мороженка едим. Это мне не надо, это выкинем. Не знаю, что за журнал. Без понятия, честно. Семена мне надо будут. Ладно. Ставим, это выкинем. Ну что, погнали, короче, рубить вуд. Да, это вот я еще не успею хату построить, а у меня уже левел будет максимальный. Можно будет туда поставить еще хату. Я? Нет, не все. Давай, опа. Так, сколько у меня вообще грузоподъемность, конечно, с мастерством подходит, но, блин. Эх. Живучесть пока прокачать. Так. У нас по дереву. Дерево у нас, да, и про. Идем строиться. Так, можно тут сходу. И так сделать. Не так, подожди. Другим углом, да? Вот так. Всем нахрен.
Мне туда не надо. Блин, как же оно... Не надо. Ладно. Повыше надо. Мост такой будет. Укрепим его. Так, вот снизу ничего. А, вниз пошел. Бля, ладно. Закроем. Блин, вот ты же вслепую ставишь, он... А, не хватает, ладно. Блин, надо пожрать и топить. Сейчас пойдем на охоту. Блин, я знаю, я слышал что-то, что есть какое-то зелье, которое сбрасывает, значит, характеристик, но я язык, короче, как его делать и из чего оно делается. Хорошо. Не знаю. А, подстилку, мы же не положили подстилку. Это... Залазь. Сразу ставить. Ну, не знаю. Фундамент там можно ставить сразу. Головой можно давать. Это брода, тогда получается. Ладно. Она будет ровная, красивая, треугольные. Прямоугольные. Смысл есть. Тут у меня будет, конечно же, высоту так. Высоту. Блин, это снизу надо, короче, это подойти, что он тут. Нету опоры. Одна. Давай сделаем туда. Мало камушков. Надо еще камушки. Давай, давай. Бля, у нас как спидрановский какой-то, блин, получается прохождение. Ладно, не-не.
Влезет? Влезет. Да, здесь вообще неудобно ни хера вообще. Там не хочет, да? Ну, ТЗ, смотрим сейчас. Давай, ползи. Смотри, он тут не хочет, потому что, ну, как бы, и паскуда, как бы ему не хватает. Нажал. Ну тут, короче, не хочет выше ставить, паскуда. А тут и тут тоже не хочет. О, блядь, это дебил, надо выше просто это поднять, ладно. Не обращайте внимания, это я бывает. У нас по дереву дерево еще надо. Блин, а на официальном это так медленно все делается. Ну, срубилось. Что я реально переборщил с бустом у этого. Сделаем так, пройду до конца и потом открою один проход. Вход у меня будет здесь. А, не. Вот так. Ладно. Здесь мы тоже фундамент поставим. Я сказал, поставим фундамент. Что, в высоту можно клепануть? Вообще заблокировать. Прикольно. Двери надо сделать. И... Лё, давай сюда топор. Ё-моё, шо ж ты его так... Заяц, уйди. А, стоп. Камень. Камень, камень. Камушек. Ладно, сейчас, короче, делаем забор. Ну, как забор, короче, стенку ставим.
Ограждаемся и пойдем, короче, этот. Рабочих добывать. Ай, кстати, не снимки поставим. Блин, ну реально, шо там. Блин. Держка у нас. Ём, бляха-муха. Видите, как оно, блин? Размазывает, видите? Флейф какой. Жесть. Оптимизация, конечно. Ужасная. Так. Можно? Нет, там нельзя. Ладно. Мы поставим стенку. А, я тут про этот. Ладно. NVID. То есть у нас, короче, вход, да, хоть и не симметричный, но закрытый. Мы поставим стенку нормальную. Давай. Давай уже быстрее, быстрее. Блин, перегрузом. Можно было, конечно, качать, чтобы больше носить. Можно было, но так падло было. Чтобы потом не перекачаться. Ну, скорее всего, будет идти вперед дальше. У нас по... Ого, какой перегруз. Это неплохо, мы так пособирали. Ладно, сразу. Построим еще. Здесь. Давай, иди уже. О, ожил. Смотрим, что мне надо поставить из мастерских каких-то. По-любому верстак, броника, бечевка, камень. Идем. Блин, я же что, когда я играл с, нормально, типа на стандартных, типа на настройках сервака, то это было вообще... Чтобы расстроиться, то много времени занимало. Тут мы с вами быстро. Я опять перегружу. Палки скинем. И мне надо бечевка. Бечевка у нас вот этой парады делается. Мастерские клепали, да? Хватает? А, и сделать надо бечевку. Делай. Еще кустики. Так. Нам, короче, то, чтобы авторитет прокачал сразу, то у нас, если раба захватим, то он сходу будет
сильный, короче. У нас там плюс 20 ко всем характеристикам будет иметь. То есть это будет очень хороший буст для начала, типа фарма там животных и все такое. Шевелились. Броник нужен, да. Сделаем себе среднюю броню по любасу. Место у нас есть, мы тут его поставим. Так, так броника сходу. Дой. Подожди. Угу. Тяжелый доспех, блин. На себя. Юбка с человеческой кожи. Ты знаешь, типа сет на урон есть. Манские какие-то. Средняя подкладка. Угу. Если мы обычный средний сет возьмем, то средний сет, короче, он добавляет к этому перенос, короче, оружия, типа грузоподъемности. О, вот так. Так вот правильно сказать. Ладно. Переместить. Стул будет. Смотрим дальше, что мне надо. Стул кожевника. О. Мы будем снимать кожу животных. Красавец с броником. Смотрим дальше, что мне тут надо. Верстак коваля. А, ну это железный брусок нужен. 500 камня. И кора. Окей. Камень и кора. Ну давай уже. Это киркой добывает. Может как-то, блин, получится поиграть этот в онлайне, ну, блин. Люди, которые долго играют там в PvP, уже много. Именно будут нас носить просто как, ну, басов конкретных. Давай сейчас быстрее, давай. Кстати, еще этого. Тут рядом босс есть. Кореневой. Он будет пушку себе за этот. Угу. Печь по-любому надо. Я так припарковать, чтобы она. А, нет, нажал. Так. И для кожи. Так, вместе, да, чтобы было. Не, давно. Делаем так.
Там будут ящики стоять. Вот у нас будет такое рабочее место. Так, что нам еще надо? У нас остается литейный верстак, нам особо не надо. Верстак умельца и коваля. Плотник, алхимия, готовка. О, кстати, готовка надо. Вот при входе. И что еще можно будет? Земледелие, общая религия, спутники. Вот. Тоже надо. Ладно. Идемте на охоту. Опять камень. Нет, скинул. Ну, камня тут много. Ладно. И палка. На. А. Палка. Блин, во время чистки, конечно, это будет... О, вот и ветка. Я могу что-то создать. Ну, серп надо будет создать. Пора вот этих растительных волокна, короче. Быстрее будет собираться и больше. И... Давай быстро повязку, чтобы... Режьте мясо с трупа. О, армаз можно. Или... Ну, там жуки какие-то. Вот у меня мясо есть. Да, 6 штук каких. Я не буду заводить крокодильчиков. Мне не надо пока крокодильчики. Я буду умы сразу заводить. Ума, да. Где тут? О. Вот и обезьян. На. О. Ой, блядь, не сразу. Опасно. Меч тащит. Режем их вот так вот. Но кожа нужна. Ура, кожа. Разведите или используйте костер. Окей. Сделаем. Ого. Да. Ого, 400 сходу. Неплохо. Так, что мы можем пока дропнуть? Это мне не надо. Это не надо. Блин, висит, конечно, это все жестко.
И мы сделаем с вами, подмастерье возьмем. И чистка начнется, мы тут будем уже готовы. Так. Факел. Факел щит. Стерки щепы, жаровни. О, прикольно. Вот это прокачаем. Жаровни, чтобы у нас были. Не то нажал. Тут у нас что открылось? О, стальная кирка. Стальная? Мы еще железной даже не сделали. Прокачано уже сходу все. Блин, интересно, сколько, как рабы будут появляться. Вот. У нас краски, да? Это надо, это надо, все надо. Что у нас тут? Блин, перегруз жесткий. Пипец. Да. Кара тоже не нужна. Делаем так. Тоже камни, ветки. Ветки, камни, камни, ветки. Кору потом собираем. Ахавку надо приготовить. Так. Какой задницы я выбежал? Ё. Я потерялся. Где моя хата? С той стороны, что ли? Да. А, ладно, я не ладно. Не с той стороны забежал. Так, вот. Тут где-то должен быть проход. Да, ямба. Ладно. Залезем, не залезем. Берем. Эй, не сейчас. Прокачать. Давай так. От регенции и погнали. Ага. Ладно, буду иметь в виду, что здесь можно так залезть. Мяско вкидываем. Кожу вкидываем. Едой. А ну. А, ну да, я ж туда пошел. Побольше коры. И мне надо... Да, для растопки дерева. Блин, неплохое место, конечно, даже вот, если так сделать, проход. Блин, ну. Надеюсь, не, честно, не знаю, я надеюсь, на чистке там по этим не лазят, короче, по стенам. Конечно, будет проблематично. Ну, давай. Понеслась. Надо похавать воду. Убить дерево топориком. Отлично.
Так. Кожа делается. Можем, в принципе, еще на этот кожу нарубать. Идемте за кожей. Так, спускался я здесь? Нет. А тут я маслался, вижу. Тут за ухо надо было забирать. Я вокруг побежал. Здорово. На. Ну, тем. Черепашек сразу брать не будем. А то что. Надо туда сбегать как-нибудь. У нас тут есть что? Крокодильчики тоже подойдут. Есть? Есть. А это вараны? Тут-то крокодил. У него анимация, короче, такая, как крокодил. Рушитесь. На тебе, паскуда. Ура, репили. Так, мне пока вот это не надо. Это тоже не надо. Блин, весит, конечно, это все. Эти, блин. Не надо мне. Покажу. О. Весит тоже много. Так. И у нас есть плюс-минус кожа для того, чтобы создать себе броник. И мы пойдем с вами добывать железо. Когда будем железо, сделаем себе железные инструменты. Колесо для рабов. Они будут там крутиться. Ну да, сейчас пойдем. Как раз в разведку посмотрим, кто там заспаунился. И сюда. Ура. И вот сюда. О, уже из протухшая уже было. В смысле? Потухшая. Что могу взять? Возьму парочку. Две штуки будет. Уже кинем, короче, делаться. А, 83. А, нет. 19 всего лишь. Больше коры надо. На подкладку. На подкладку мне среднюю. Так. У меня вот средняя. 11 кожи и бечевка. И средние. Ага. Тоже железо надо на средней броне. Угу. Ладно. Тогда побежали за железом. Тут камня нету. Ну, это уже по ходу дела. Налегке пойдем сюда.
Ну, то воин стоит, короче. Тут в основном лучники и воины. А на один кемп тут может один ремесленник появиться. Не считая колдунов, ну, не считая колдунов и все. Колдунов тут много тоже. Погнали. Да, с рудой, конечно, маловато. Камня много. Опнем. А, мне там еще сырая хавка надо скинуть. Слишком чересчур уж много. Блядь. Блин, я не знаю, сейчас психану, может, короче, пойду в тот дом, где у меня построено все. Не знаю. Тут слишком много еще придется делать. У меня там скоро чистка, в принципе. У меня там почти все готово. Ладно, так и сделаем. И смотри, сколько тут все. Могут тут дропнуть. Нет, не получится дропнуть. 10, ладно уже. Будет так. Умрыгаешь. Получается, вот заходим сюда, вон там, который танцует, получается, это этот, будет какой-то ремесленник, там воин, лучник, ну там лучник, вот этот, кто это у нас, колдун что ли, а повар, ну, как видите, место такое неплохое, блин. Ладно, сейчас вернемся. Я, в принципе, уже тут прокачался. Сколько у меня тут? 33. Ладно. Давайте я вам покажу, что у меня в этом. На ПВЕ конфликте. Сейчас покажу вам. Избранная. У меня там читка как раз должна скоро начаться. Надо будет при это пристроиться. Я как раз захватил себе воина, который этот... О, вот. Он, короче, ловкач, как видите, просто на 30. Так что у него все по хавке. Чуть есть, да? Пусть его будет. Нет. Ну-ка, сейчас тебя подцепим немножко и пойдем. Как видите, короче, у меня здание такое. Недостроенное, конечно. Вот подлагивает, видите? У меня здесь мастерская. Ну, а здесь недостроено еще. Еще наверх можно будет придумать. Агент, короче, который с кем я работаю, ну, можно так тоже сказать, работаю, играю. Вот, смотри, у него там вот это он построил, короче. О, надо коня сел. А тут еще один, короче, боец, но он такой слабенький. Была пума, убили пуму.
Был боец, короче, с черепком один. Тоже именной, обычный. Походу, он тоже отлетел. Ну, не знаю. Лошадка. Кстати, это первая моя лошадка. А где у меня тут оружие? Походу, шоу. Это крафтить, походу. Бля. Так, кушать. Стоять. И как тут? Ага, не так сделал. Вот. Надо ему пожрать дать, да? Вау. Бля, ну он так разворачивается, конечно. Вау, управляемость вообще дикая. Бля, нет, никаких инструментов даже нету. Капец. Смотрите, по 2, по 4. Так, лошадь. Тебе пока. И мы посмотрим, что он, куда на тебя добавляется. Бляха. Информация. Стоять. Блин. Он такой неповоротливый, конечно. Не параметры. Чем тебя кормить, паскуда? Ага, семена, мелианы. А, то вот это не подходит. Он, блин. Привередливая, паскуда. Семечки есть? Есть. А ну-ка, что они дадут? Я привыкший, что в этих нажимаешь. Ел. Теперь пойми, что. Так, он со мной. Сейчас оружие сделаем. Это. Этого с собой тоже возьмем. Но для этого нам надо еще его одеть. У меня тут. А, ни хера у меня нету. Средняя подкладка. Что-то всякого хлама у меня полно. У меня тут. Сколько ты меня Сталина колдовала? Мало. Еще есть тут сталь, есть сталь, возьмем. Идем туда, сделаем среднюю броню ему. Что это, скажи, миг. Средняя броня и стальное, короче, какое-то оружие остальное надо себе. Броника еще загреть к себе в рабство. Подкладка средняя, бечевка. Где у меня там бечевка была? Точно не здесь? Нет. Что не здесь? Ну да, и не здесь. Значит, где-то внизу. Блин, опять крафтить бечевку, что ли? Инструменты надо. Тут у нас лам. Ничего. Порядок надо сделать. О, вот. Короче, порядок надо сделать в этом всем, короче. Подлагивает. У вас еще более-менее нормально, но у меня размытые движения жестко.
Так. Смотрим. Есть. Можем сделать... А, сделаем 70, пусть пока клепает все подкладки. И где у нас тут? Коваль, коваль, коваль. Не надо. Инструмент. Стальной. На серп нет. А, тесанное дерево. Ух ты, ё-моё. Это там было. Лошадь нужна, да, для пере... Ну, пойду, короче. Ну-ка, ну-ка, стой. Проворство у него прокачалось. Живучесть тебе надо качать. И-и-и... А, то есть какого-то зла. Поведение. Дистанция следования 15 метров, чтоб ты не это, не бегал за мной. Так, погнали. Что я себе скину, скину? Ага. Серп нужен по любасу. Что у меня тут еще есть? Стальной нож. Сделаем. Нет, стой, был у меня, не? Есть. Пор надо. Стальной, так, не то. Для рубки деревьев, кожа. Рядом лежит. Так. И сделать. Стальная кирка, да? Да. Сделать. Так, у меня одна железная дубинка есть улучшенная, но улучшенная создать еще одну. А, вот мне оружие надо. Два штуки сделаем. Раз, два. На проворство я не качал. Попрошу туда своего кинжала. У него там рецепт выучен на кинжалы, пусть он кинжалы создаст. Забираем. Мы сейчас еще их усилим, да, можно будет уже куда-то идти. И что, голодный? Понять, прекратить следовать. Закон, параметры. Да блин, откуда? Протухшее все. Кора тоже подходит, всякая лианы. Ну, лианами тебя буду кормить. Эти-то были? Ну, не помню где. Забрать. Смотрим, так. Т. Д. Я отдам. Подкладок хватит. Я там хотел средние доспехи, да? А железные? Так, средние, но такие более прокачанные. Ладно, хрен с ним, железный, так железный. Это было у меня. Много не переплавило еще. Стоп, ему надо ванна. Только ванна средняя, средняя ванна. Идти. Стихийский.
Ванталё. Ах ты ёб. Нет, у меня меха нету. О. Легкая, мне надо средняя. Где оно? Лях, о, вот оно. Перс. Два. И средние сапоги. Самое простое возьму пока что. Где-то это у меня попропадало. А тут надо толстая кожа. Толстых. Единственный минус, что здесь не водятся носороги и слоны. Сейчас мы его оденем и пойдем качаться. Где ты, бомж? Так, моряга. Забрать. Дать. Не надо. Надо прокачаем и дадим ему вот этот меч. А я не знаю, масло у меня есть там. У-у-у, это я не помню. Угу. Тут есть. А тут? А тут нету. Ладно. Обойдется без этого. Без усиления, а я нет. Сделай дно. Надо сделать еще одну дубинку. Что там надо? Ветка. Кожа и брусок, да? Нету. А, о. Есть. Я седло себе делал как раз. Да. Как раз сделаем две на усиление кушания. И пойдем повышать ему уровень. У меня первого левела, что ли? Давай сюда. Я еще не разобрался с этими ремнаборами, конечно. Сделать одну. И для усиления инструмента. Набор улучшения инструмента. Штуки. О, а у меня что, две штуки этих? Набор увеличения урона. Ну тебе повезло. За мной будет бегать. Да. Нулевой уровень вообще. Так, что я еще хотел? Хавки тут у меня. Нормас. Была у меня пума. Нулевой 2800, этот второго левела, типа, ну типа, ну типа две палки, и он у меня еще 11 левел и с стойкостью плюс 3. Ну разница какая вообще, хотя не стоит, какая разница, мне
Я его сейчас возьму, ВПшка поднимется. И 700. А тут 1100. Надо было. У меня же там перк стоит на увеличение. Так. Собираем. Усиляем. Идем. Да. А, не на этот. Вот, это надо взять. Вот, все. Погнали. А, пойдем в эту сторону. Надо скинуть камень. Пусть кирпичи варятся. У меня тут чистка. Ох, еп. Когда шкала чистки заполнится. Ой, ё-моё. Надо стройку тоже делать. Опасно. 92 кирпича. Видите, как... Этого качаем по любасу. Хорошо у меня этот... как его, блин? Взял себе божество такое, что мне там... Паучков могу вызвать. Лошадь, ты со мной? Да, со мной. Садимся. Нет. Он недоступен, ты чё? Поехали. Поплыли. Бля, он такой медленный. О, видите? Кто-то на том месте. Расстроился. Может, у меня и не самое лучшее место, конечно. Давай уже, плыви. Так, надо больше. Так. Даем. Бля, я что, застрял? Вот это классно, я запарковался. Так, стоп, надо конь, чтобы следовал самой заднице. Чтобы он не этот, не нападали на него враги. Руда нужна для стали, сталь нужна, блин, для стройки. Короче, ой, боже, надо будет усилять себе, короче, стены в два ряда, если бы нападут. Давайте. Это изичная. А чё, лошадь нападает? Нападаешь, не? Не надо. А ну-ка. Жахни его. Это не меня. О, нормас. Это возьмем. Да не надо. Давайте сделаем кое-что полезное. И вот так вот. И забираем пушку. Пусть он будет долбить, короче, всех этими колотушкой этой. Кто там рыгает? Опять повар? Повар мне не надо. Мне нужен броник. Или летейщик, конечно, получше. Ямба.
Ну, ну тебе. Так, лучников надо минуснуть. Ты тут тоже минуснул? Где-то? Я на чё, у меня под... Где она? Ё-моё. А, бля, надо лошадь покормить. Ё-моё. Тут как раз тоже... А, и алоэ тут растет. Сейчас, конечно, может быть опасно. Видите, подлагивает. Так. Минусуем воина. Воины мне не нужны. У нас то лучник, нахрен ты мне нужен. Ну, качаем прогресс. Пеца есть, да, да. Вот там сидит, короче, и пуля вот этот. Тут у нас колдун. Заклинание лежит. You have found Кролл. Так, он вот там сидит, типуля желтый. И у нас кто? И кто? Танцор, что ли? Диско? А, лицедей, да. И колдун. На. Танцор мне не надо, короче. На. А тут те пуля сидит. Подожди, где он? А, тут. О, вот, видите? Вот это они. Друг с другом, короче, сам с собой дерется. Мне не надо. Не, качаем, качаем своего. Ну, если мы там... Блин, сутки его ждал, пока он там обратится. Забодал. Так, тут еще есть ящичек. Смотреть надо. Орочительные напитки есть. Так, ну, все равно, как видите, тут одни войны. Идемте сразу туда. Ладно, пойдемте загасим. Так. Эй. Я не знаю, как еще отдавать приказы. То есть, если есть возможность этот... Короче, чтобы он менял оружие по приказу, типа там оглушать, оглушал, там все такое. Было бы удобно. И они постоянно менять этот матьё. Иди сюда. Боец. Вот этих, короче, единственное, что могу, это с этих пока толстую кожу собирать. Так. Сейчас идем на гиенку сразу. И на крокодила. Знаете? Ну, фарм пошел. Уже мне пока хватает. И кто такой?
О, а ты что делаешь? Лагается, пиздец. Да. Так, и что ты у нас качаешь? Силу. Хорошо. О, крок. А ну, давай, жахни. Ого. Тут хороший удар был. Супер. Думаю, чистку мы сможем выстоять. На. О, а тут крокодил, короче, тут бах. У меня был последний раз, что вроде бы смотришь один крокодил, а он их тут первого туча. Этот нападает. Шестой левел. Неплохо. Да, нехило тут. Макс, он расстроился. По-простенькому так. Есть куда еще расти. У него для обороны чуть проще будет. Но мне надо будет еще стенку поставить, по-любому. Вроде... А, я могу, короче, показать одно место интересное для этого. И соло игра, короче, то можно там построиться. Там есть пещерка. Там, где есть камнероги. Он где-то там, короче. Я не знаю, когда чьи-то. Носорог. Что кто-то тут повыставлял себе этих. Тут где-то есть пещера, короче, с этими камнерогами. И она такая не очень глубокая. То есть и там можно построить себе неплохой этот базу. Миниатюрную, но базу. Так. Есть. Блин, ну, боюсь, что если я пойду на босса с ним, то моего зарежут. Не хотел бы. У меня как раз тут босс сидит под боком. А, вот тут, вот она. Пещерка, сейчас покажу вам. Можно тут. Обустроиться можно. Вот. Что за лаги? Ужас. Вроде бы ко мне... Смотри, и туда вот как раз. Блокируешь тут проход. У тебя получается такая база будет. Неплохо. Можно, можно попробовать. Что лошадь мою бьешь, паскуда? Почините поврежденное оружие. Для починки качество ремнабора должно быть не ниже качества оружия. Ага. Понял. Ладно. Пойдемте, короче, еще покачаемся. За железом пойдем и прокачаем еще нашего труп. Ладно. Видите? Стоит вроде бы камнерог, а это труп показывает. На PS-ке очень херовая, блин, оптимизация вообще. Графоний тоже привыкал к графонию, потому что уж чересчур мыльный. Гамму.
Идем. Нет. Тут тоже можно вроде сверху построить себе базу. Как угодно. Еще есть время до чистки. А тут никто не заспаунился. Ладно. Пойдем еще этот немножко по этот. Вот за железом. За железной рудой пойдем. Блин, конечно, надо будет. Где-то толстой кожи на нашей, чтобы все хорошие эти, как вам, блин, доспехи клепануть. О, а мы про того забыли. О, повар. А нет, и не надо. Блин, задница на повар. О, вот этот бой, это всегда воин. Да, это хорошо, да. Хороший воин, мне нравится. Себе берем кирочку. Да. По коня зарядим, короче. Блин, литейщика. Блин, надо будет постоять литейщика этого. Можно взять. Именно его. Чтобы он мне тут клепать начал нормально эти. Давай. А меч тоже можно дропнуть. Ура, носорога, о. Я же говорю, что вот с этих тут дропается эта шкура носорога, и можно это. Так, нет, не садись. Мне еще сюда наверх надо. О. Еще не конец. Реально очень много железа. Надо будет правила сервера еще почитать. Какие условия такие, когда там чистка не во время чистки, а когда типа можно другого валить. Получается, другой игрок может тебя убить в определенных условиях, собрать твой лут, но он не может. Все. Он, короче, не может. У коня кто-то бьет. Блядь. Ты смотри. Так, боец. Пол вон. Ого. Пол нах, блядь. Лошадь.
Очень полезная лошадь. Кто там орёт? Давай. О, а ты что тут делаешь? Так, ладно, полностью залутали, идем. Кто там так болезненно орет? Какие нужно? Сколько надо было камня добывать, чтобы вот это все построить? Здесь вряд ли кто-то будет нападать с этой стороны, потому что там перекрыто. Хотя тоже как вариант. Вот я не знаю, они как-то портал откроются, или они из-за угла будут выбегать, как оно там будет выглядеть, я без понятия. Сейчас закинем. Да, работайте, работайте. А ты чё? А, у тебя закончился этот. Сейчас 12, ладно. Лошади. О, ты кто? Здорово, здорово. Так, вот сюда меня. Ну, где-то лианы были, я не помню, чтобы покормить этого. Где? Вот. Ёб твою мать. Тут надеюсь живучесть будет качаться. 3 штуки нормально, 3500. Так, что у нас по стали? Стали. Так, кирпича тут такого уже все перемелено. Было мне куча железа. Железо вот сюда в этот, вот эти ушки переплавил. Так. Работаем. Не сидим. Все, отойду ненадолго.
Я тут буянит уже этот. Так. Литейщиков надо завербовать, единственное, что. Так. Что у нас там для этих укрепленных блоков? Железная рама. Стальная рама. Ой. Или кирпичный. Так, кирпичный фундамент. Это у нас. Угу. Защитным покрытием. Угу. Так. А укрепленный камень это еще получается сильная стальная. То есть с третьего левела. Ладно, будем вот это клепать. У меня есть дерево и железная рама. Возьмем железную раму. Дерево там с ящика. Ух, надеюсь. Мне этого хватит, чтобы стенку укрепить. Так. Тут у меня было тесное дерево, да, сколько? Что-то было. Так. Как мы тут сделаем, чтобы они нам еще это не развалили? Как мы сделаем? Мы можем здесь и вот сюда до этого камня. Тут возвышенность сделать, чтобы они, если спрыгивали, ну то хотя бы дамажились, не знаю. Ну так ворота построить. Давайте попробуем. Вот. А, с третьего, вот. Вот это хотел. 35. Ага. Ляха-муха. Капец, оно все такое дорогое. Фундамент, да? Да не фундамент, я стенку поставлю. Сделаем так. Отсюда. Но он только на фундаменте может строить, да? Максимальную высоту увеличу. Бля, да уйди ты, заебал. Где-то вот так вот. Как же это все дорогое. Пройдет. Куда? Так, чтобы не прошли. Здесь мы сделаем. Ниже. Бля, ладно. Мешайте. Уже не бесит. Экономия. Прежде всего. Так.
Дверь будет двойная, чтобы, короче, если они пробьются, то там вторая дверь будет. И построим стены еще. Оттуда, короче, я построю с обычного камня. На, паскуда, чё ж ты тут не строишься? Только на фундаменте, да? То есть меня разоришь. Айдет. Один на один. Хватит. И сюда. Ну, что могу сказать? Тут немножко мы так защитились. Давайте мы вами с обычного песчаника построим себе. Уйди. Угу. Построим, короче, забор сверху, чтобы они вдруг что. Оттуда не поперли, чтобы они напрямую. Ну, естественно, противник не плавает. Это будет мне очень на руку. Скоро чистка начнется. Ну, как скоро? Я буду дальше расстраиваться, то начнется. Босс. Тут босс был недавно. В основном он тут тусуется. Да, прогрузка, конечно, тоже. Тут бы клиент, конечно, был для PS5 сделанный. Было бы удобно. Ну, как, оптимизацию бы завезли. Некоторые. Ну, очень подлагивает. Вряд ли уже будет новый клиент, оптимизация какая-то, то что игрушка уже старенькая, по своим меркам уже им несколько лет. Вряд ли какое-то сильное изменение внесут. Ну хотя вот новая глава скоро выйдет, слышал. Оно так. Выше, не? Выше должно быть.
Да. Иди гуляй. Они очень эстетично выйдет. А тут не хочешь строиться, паскуда? Строиться будешь, не? С этой стороны не хочет. Ой-ой-ой, плохо. Что ж тут можно придумать-то? Ну, если повыше кирпич кинуть. Лошадь. Пойдет. А тут немножко надо трить. А, будь здорова. А тут проход будет. Хоть не эстетично, но хотя бы практично будет. Кем? Сука, забодали, блин. Я там строю, они тут уходят. В жопу иди отсюда. Не мешай. Не мешай, иди туда. Вы что, блин, бесите? Туды. Иди ты нах, лошадь, туды. Как же они меня бесят. Тут еще можно вот до сюда и потом еще сверху обычной стенкой. Ну, неплохо. Тут у нас получается... Не залезут. Плавать не умеют. Блять, это он. Вот босс. А что он тут делает? А, стоп, мне камень. Что я долблю? Смотрим здесь. Уже весь камень тут у себя на этом.
перекопал. Смотри. Возвращается потихонечку, паскуда. Не-не-не. Неплохо, кстати. О, а нас погрелся, да? Я уже тут левел где-то 40 какой-то, не ошибаюсь. 49-й, ого. А ёб твою мать, нахера ты наводишься на эту лошадь конченую? Стоять, сюда иди. Погнали, короче. Бля, и он еще там стоит, сука. Ладно. Просто не хочу себе этого типа потерять. Бляха-муха. Стенка повыше. Еще можно, в принципе. Так. О, бля, вот это плохо. Ладно, я там кирпич поставлю скосный. Нахер пошли отсюда. Ну нахер. Нахер пошли, говорю.
очнулся, отлично. О, вот это я понимаю. Это уже... О. Можно только на этой стороне, да? Пусть ты в сторону палки высунул, алё. А, и вообще не так. Я чуть не так делал, да? Одна. Не, ну тут могут залезть собаки. Да. А есть изъян, но не без этого. Залезай. Да. Херово спланировал, но тут можно в один ряд клепануть. А, тоже хуйня получается. Залезут. А, не залезут. Ладно, пусть так будет тогда. Я тогда сделаю одну вещь. Поставлю, короче. О. Шо-шо-шо. А, тут херня пришла. Понятно. Иначе сделаем так. Здесь можем добавить блок. В жопу. Иди в жопу, говорю. Туды. Ты тоже. Добавляем здесь блок. Лезет? Нет, отлично.
Так, подумаешь, они даже не подходили. Тут могут и прыгнуть. Тут можно кирпич добавить. Вот так. Блин, еще мой костер. Полюбасы, короче, не залезли. Забирай. Вот варя, да, короче. Теперь это выглядит как-нибудь на неплохо. Нет. Точно не залезет. И тут должно быть как-то держаться. Тут. Ага, но снизу. А это то, что. Менять можно. Ой, бля. Даже мне решить эту проблему. Ладно, я снесу вот это и поставлю. Как же ты меня бесишь? Иди отсюда. Снесу и поставлю. Ну, с другой стороны, это да. Сейчас проверим, короче, хорошо. И здесь будет опасно вот зайти. Я. Сука. Шел вон. Вот так все. Да, расходим. О, нормально, тут уже типа не пролезут.
Не понял. Пролезут. Тут пролазит. Прикольно. Ну, как-то думаю так. Факел. Сделаем факел, сделаем освещение. А, еще с той стороны надо будет, короче, сделать это хотя бы в два ряда первым тиром. Чтобы не лезли паскуды. У меня освещение какое-то пачнутое. Оп, я. Тоже лучше скачаем. Так. Освещение, если не ошибаюсь. Вот это брал. Жаровни. Рабочий стол ремесленника. Где это у меня? Я не помню какой-то. Вот он. Лезвие бурски. Настенная, подвесная. Еще одна подвесная. Ну, настенная. Окей. Вот металл должен был уже. Нафармиться чуть-чуть. Да, что-то есть. Блин, так медленно, капец. Надо, короче, литейщика еще одного. Чтобы... Второго, третьего. Вот у меня первый левел сидит, он никакущий вообще. Так, жаровни. Что есть? Манекены, сейф. И есть. Так, я хотел себе... О, настенную. Десяток. Ну, долго будет. Ну, что могу сказать? Лес. Ну, думаю, нормально. Эх, надеюсь, чистку про выживем. По воде вряд ли пойдут. Надеюсь, по крайней мере, что не пойдут. Ну и надо будет с испытаниями сделанное есть. Угу, так, сколько у меня? Всего лишь 5. Надо будет. Так. Ага. И дерево всего надо будет нафармить. Ладно. Сейчас жаровни, короче, на этом подвесим. Красиво было. Свечилось. Пойдет. Ля, прогрузка, конечно.
Дальность прогрузки вообще желает лучшего. Так. Да, это еще, блин, задободал уже. Так, надо камень, да? Идемте, короче, другой берег надо. Короче, этот заблокировать. Что тут вот вдоль берега можно пройти. Ну да, где-то вот здесь. И вот здесь, короче, мы... Вот здесь. Мы с вами... О, вот так. Построим тут стенку. Да. Так. Да ёб твою мать, да ты задолбал. Иди нахер. То есть где я заебал? Мне не хватает, да? Может, даже было не здесь ставить стенку, а как продолжение той. Да, было бы хорошо. Ну, пока так.
Здесь будет так. Погнали уже. То есть можно было бы вот эту стенку сюда типа достроить вровень. Ну, ну тоже как-нибудь в другой раз. Так. И что я хотел? Надо поскидывать. Ага. Пусть делает, короче, алоэ. Яд пустынника. Густая вытяжка, алхимическая основа. Ладно, пока не надо. Пусть это клепается. Вот тут еще алоэ есть. Делается, пригодится. Я скину, естественно, скину. Ну, да, короче, то, что я не использую, отложить. Так, тут дерево должно быть. Еще. Ладно. Ладно. Наверху уже все остальное скину. И пойдем про это посмотрим. Что у нас там заспаунилось. Это дропну. Поем. Выпью. Так, и все вроде. Вроде бы все, что мне почти все, но сюда скинем еще кристаллы. На стол положим носорога. Ты у меня с чем? Чё у тебя-то хп мало? А, я ж тебя... Его там останавливал. Да? Ты будешь меня дубинкой гасить. Идемте вместе. Лошадь. Боевой скакун. Ладно. Идемте туда. Литейщик, нужен литейщик. Так, ну... Блин, ну, полоска... Блин, полоска уже этого... Чистки уже заполняются конкретно уже несколько дней. Ну там я читал, что зависит от стройки. Чем больше ты строишь, тем больше ты... Она быстрее заполняется. Ну... О. Железо уже. Это что там делает? Давай, нападай. О, кора мне пригодится. Что то за танцор диска, блин. Воин. И кто воин? О, литейщик. Отлично.
Ты, делитейщик. О, носорог. О, без сознания. Замечательно. Ну, хотя бы первого, блин, будет у нас там. Потом, короче, поподменяю этот. Так. Давай, давай, бежим. Так. Погнал. Не показывает срок. Или сколько он это? Кажется, на 5 часов. Я добавлю кашицы эту. Да будет именных точно. На 10 часов. Что, погнали других еще искать? Один литейщик есть. Носорога. Ну, потихонечку шкура толстая появляется. Есть шанс, что мы сделаем тяжелую броню. О, а там кто-то спустился оттуда сюда. Баганутые какие-то. Сейчас идем охоту на рабов. Кто ты акаешь? Ты кто? А, боец. Так, он. Угля тут тоже нету поблизости, так что собираю с этих типов. Да, железо уже спавнится потиху. О, тут кто-то строится, вижу. Ладно. Так. Да, потихоньку железо спаунится. Блин, если тут поблизости много типов будет, то тяжело будет себе этот железо собирать, если они постоянно будут их. Железо будет пропадать по КД. Тоже построены. Ну шо? Колдун, на. Лучник. Не надо ты... Бля. Бля, лагает. Ого. Плотник. А ты кто? Колдун. Стоять.
плотника не трогаем. О, блядь, мой лошадь пиздит. Не беси меня. Кружка, металл. Все. Плотник. Нам плотник не нужен. Куда пойдем? На паучков, короче. Там пещерка. О. Нападай. Давай, на. Так, это лучник. Шел вон. Он лагает, капец. И кто? А, лучник опять. Куда на мою лошадь бежишь, ты что? Бойцы, шли вон. Хорош. As me cutlass was growing rusty. Porky, porky, mate! Так, что-то тут нормальных этих ремесленников не было. Обидно. Вот я сюда и шел. О, тут кто? Это колдун, а это кто? Боец. Нахрен мне ваши колдуны? Колдун, не мучай, на. О, мини-домики тут. Ну, а там как это, походу, данж какой-то. О. О, броник. Бежать.
Вот это надо. Ну, нормас. Прейси. Так, броник нужен, второй левел. Если... Ну, это уже будет быстрее, он мне броньку будет клепать. И насчет дешевле не уверен, но, скорее всего, быстрее. Блин, как же оно, видите, как оно работает вообще сказочно на PS-ке. А тай, блин. Так, один там уже колесо крутит, это хорошо. Так, ну-ну. Блин, ну лошадь медленно очень плавает. Сейчас пробежимся, короче, по кругу. До паучков покачаемся. Там пойдем наверх. Посмотрим, что там есть. На разведку. И нам надо все-таки еще... Слазь. Что ж ты тут слазишь? Куда я? Бля, как же он... Да. Ползи. Бля, конь меня заблокировал. Конь, реально конь. Так, крутите шарманку. Тут есть, что нужно скинуть. Алоэ надо скинуть. Да, скинем. Кожа и так. Кора. Кора нужна, кстати, для того, чтобы шкуру сделать. Сюда. С отсюда переложим. Погнала. А, еще это не скинул, ладно. Пантера. Угу, что у нас тут? Ага. Ну, пойдет, короче. А, ветки. Ладно, поплыли на тот берег, и там... На разведку. Надо 10 левел хотя бы. Блин, надо прокачать, конечно, на 2, до 20-го, на максимум, короче, своих этих, как его, блин, рабов, воинов, но особо, короче, не... Блин, короче, это долго. Надо куда-то вдаль ехать. На каких-то... Хотя, слушай, можно на этих... Куда? Вот сюда, если проехать. Да. То там можно будет... Так. Поехали. Бля. Смотри, как заново. Управляемость вообще. Может, это зависит еще от седла. Надо седло, типа, получше там... Насти для этого, для коня, и он там будет как-то
бегать. Резвее, там управление тоже будет, потом вообще. Вот я нажимаю налево, и он только сейчас поворачивает. Направо. Нажимаю. Вот так сейчас. Налево. Сейчас. Направо. Вот так вот он поворачивает, короче. Блин, лучше я пешком пойду, блин. О, там паукан. О, сорян, звонят. Херня, блин. Рекламы вот эти задолбали. Бесят. Так, иди сюда. Паукан. О, ваш. Какой, который из них? Так, ты 8-й левел. Проворство 43. О, блин, это, походу, ему кинжалы надо будет качать. Или лук. Нет. Вроде бы кинжалы там. Кинжалами вот будет побаще. Пойдем сюда. Тут какой-то луна. Повар. Нах. Повар не надо. Не надо мне повар, говорю. Ух ты. А давайте этого еще. Это возьмем к себе. Да пригодится. Именной боец. Бежать, блядь. Вот так вот. Ах, ничего нету. Там. О, надо будет туда еще пройти. Ладно. Паскуденыш. Садись. Бля. Каком ты чё? Поехали. Надо будет себе веревку, короче, починить. Так. То есть на меня напало? А, ко мне рог. В жопу иди. Бассали какой-то. Ну да, бассали. Давай сюда. Ну-ну. Так, ну... Два именных у нас уже будет. Я лучше сам поплыву, быстрее будет. Так, и еще один останется. Стоп, я знаю где. Знаю, где, короче, именной ремесленник. Ремесленник, короче, он там далеченько отсюда, конечно. Так. Крутишь педали. Хорошо.
Видите, веревочку надо починить. Блин, лагает все жестко. Это у нас здесь. Мы его... Что мне надо? Кожа. Окей. Что-то есть. Стальной брусок и кожа. А там тесное дерево. Ладно, то потом. Ставлю. Жаль, что тут литейщик нужен по любасу. Так. Ну, ничего не скину. Ну и дубинка нормально-то. Ну, пойдет. Пойдемте через кроков. Покачаемся. Вот тут сразу 4 крокодила стоят. В одном месте, видите? Какая наебочка. Ты чё, зассал? О. Ага. Стой, куда ты? Сейчас будет левел скоро. Так, через гиен. Так, гиены на этом этаже. Да. Бля, ну ты за... Вот как можно так играть в эту игру? Вот реально вот. Натя. Так, лошадь, ты что, их провоцируешь или что? Поведение. Только этот. Ну не, провокацией ты не занимаешься. Так, ну-ну. Ты. И тут еще один. О, ты? На этот. Быстро. Чё вы, собаки сутулые? И 600. Ну так быстро пошел. А ты у нас 8-го, да? Так. Блин, ему придется кинжалы покупать, потому что он тупо вот в проворство идет. С кинжалами он будет намного жестче. О, воин.
Я 50-го левела. О! Еще вкусное? А, такое. Опять заспаунились. Ладно. Ай-я! You'll dance for me now. No chance, mate. Тут еще один золотой, ну типа желтый стабильно паунится. Сюда иди. Угу. Коня не трогают. О! А ты кто такая? Вылазь. Повар. Колдун. О. Я тут достать не могу, ладно. Ну спускайся ты. Ладно, я тебе, короче. Так. Быстрая регенерация. Ладно, эти кинжалы возьму. Какие-то посильнее. А это метательный топор, не. Древние кинжалы. Ладно. 29, да? Остальной дротик. Ладно. Воин. Ого. Колдун, блин, найди в жопу. А то? Блядь, я что, бил? Повар. На, нафиг мне повар. Только войны хороши. Тут место для прокачки хорошее, то есть тут очень нравится, очень. Ты лучник. Да ёб твою мать, на. А, блядь. Лаги. Вот сами видите, классная игра. Броник еще один. Не, ну броник у меня уже один есть. Было, тут кого-то вроде бы он оглушил, но я не могу. Где? Не говоришь, что он упал, короче. А, броник без сознания.
У меня второй броник уже есть, так что все там лежит. Что я предлагаю? Вон туда пойти, короче. Ну-ну. Так, мы были здесь. Не, стой. Мы там не были. Мы были вот здесь. Паукан. Живой? Живой. У меня по хавке. А у меня хавки нету, да? Пойдем в жопу. Ладно. Надо будет что-то у этих подрезать. Так, мы вот тут были. Да. Тут выше. А тут у нас были эти ревущие камнероги. Там паукан. Камнерог. Вот там по мне стреляют. О, а, ты... Павки нет. Блин, ну лагает, видите? Ты играй, типа, короче, под этот, под PS4, типа, ну, нормально. О, бля. Отстука, что ты двигаешься? О, литейщик. Еще один литейщик. Я вас бы двоих сейчас. А, блин. Какая нахер стройка? Блин, а двоих можно прирезать? Ну, типа, привязать. Это, конечно. Ладно, бабища пусть будет. А ну стой, подожди. И кто? Ты кто такой? Кузнец. А, первый левел. Не надо мне кузнец. О, хавка. Где? Где? А. Я ему сейчас эти кинжалы сделаю. Он будет с кинжалами получше. Там же они от проворства. Лошадина, ты где? А, блин.
управление, конечно. Ну-ну. Давай. Не, ну лошадь для передвижения, конечно, это топчик. То есть можно на длинное расстояние. Давай, поворачивай. Ну и литейщик. Получается у нас кожевник. Да, нам надо как раз для дубильного станка. Литейщик нужен для печки. Будет, блин, будет зашибись. Вот там, короче, в той стороне, там ягуары и пумы, короче, там водятся. У меня было там пару штук, их уже не стало. Крутить шарманку. А, два литейщика у меня. Отлично. И броник. А, нету кожевника. Броник второго левела. Ладно. Литейщик быстро этот крутит. Вот видите, труп тигра лежит. О, блин. Тигр сдохнет скоро. Надо мясо. Где этот мудила? Да, он ушел. А, бля. В кустах там сидел. О, бля, главное, чтобы мы их там не минуснул. Так. Меняем. Не пройдешь. Нападай. В атаку. Оп. И чё? Хорош. Неплохо. Неплохо, неплохо. Где там у меня там ножичек? Топором хоть, скорее всего, надо собирать мясо, потому что в основном шкура идет. Это еще кто? Блин. И хочется, и колется, ё-моё. А ну-ка, стой, у меня аж 5 штук, а ну проверим. Блин, этих надо оставить дома. Чтобы они не агрессировали.
Лошадь, по крайней мере, надо оставить. Ой, блядь! Ой, блядь! Плохая идея. Вот что это? Вот что это такое? Сука. И это ненормально. Ты смотри, босс через забор перешел. О, бля, вот это, конечно, я не ожидал. Низкий забор был. Ой, ебать. Спасибо большое. Блядь. Ну, сука, я ж... Нахрена ты... Бля, сейчас я там поумирают у меня все. Ну, этот тупой момент. Бля, пойду я этот хилок возьму. Арман, блядь. Сука, ты второму убил, блядь. Блядь. Столько времени, сука, и двоих моих воинов. А ёб твою мать, застрял под ним. Ой, вот это, блин. Сука, блядь.
Ай-яй-яй. Достал, паскуда. Заебись! У меня пауков нету уже, один остался. Сука, только докачал, блин, ну ё-моё, минус два типа, сука. Вот тебе, блин, и чистка, ё-моё. Сам себе сделал такую. Я мой труп. Сука. Сейчас лошадь убил, сука. Гнида, блядь. Прости меня, лошадка. Ты меня прости. Ладно. Короче, на этой веселой ноте будем заканчивать, так как я буду тебе по новой, короче, охрану собирать. Буду как-то этого идиота выманивать. Хотя чистка начнется, он тоже сагрессирует, блядь, на вот этих нападающих. Пусть будет так. Ну, бляха. Жесткий. О, куда он? Сука. Ах ты, паскуда. И ты уже там вернулся, да? Ай, блин, где тут ты? Это я? А где тут еще один мой? Так, стопы. Один. Ну что ли? Не, ящик нет. Блин, тут еще один должен быть трупак. Это я. Это уже я. Все еще я. Это тоже я. Да. Сука, блядь. Ну, помянем. Эх, нечем, водичкой. Все, короче. Фартануло так фартануло. Ну, хотя бы... У меня один воин есть. Сали. Да, а меня тут обоссали. Ну-ка, все. Заканчиваем стрим. Спасибо, что были, смотрели. Счастливо. Пока.